Не, я думаю, он поменяет. Такие ВГ можно оставить, остальное так. Думаешь, можно ВГ оставить? Да! Смотри, там какая, там две пары. Там две пары у кучи. Гном все оставил или что? Да. Или это ему. А, нет, он, наверное, поменял, ему это пришло. Да, я, наверное, просто пришел чуть позже. Он уже, потому что я вряд ли думаю, что он оставил. Ну да, было бы странно. Два сапа у кучи в руке. Возвращение Романа. Вейд пошел, нормально. Возвращение Романа. Возвращение. Сейчас изи второй нервейд ловим, и это Урисан. Так. Нет. Да, это Урисан идет. Да, да, все-таки с нервейд. А как он может Урисан убрать? Он же никак не может. Только сап. Не, убрать, убить никак. Сап не может. Так, есть бэкстеп. Ну, хотя не, может. Есть бэкстеп, агент и удар, да, вот все складывается. А теперь разбирает. Вообще. Хороший тот топ-дек для кучи. Роман не ожидал такого. Да как так? Он должен был уже умереть, он должен был сдаться. Почему он еще жив? А теперь у Романа нужно на топ-деке ловить какую-то карту, потому что пропуск хода тут очень будет. Если сейчас, ребята, у Рома проиграет, потому что он проиграл Павлу, Мальдивы все дальше и дальше, так как два луза в этой сеточке. Это, по-моему, уже... Да, это уже ничего, даже... Свайпа. Даже слота не будет. Отдает свайп, но следующий ход у него есть уже дерево на добор. Ну это да, неплохо. Вот в подобной ситуации два дерева на добор нормально выглядят. И тоже их, знаешь, их и сапнуть не сапнешь, потому что кому охота еще давать добор. И разбираться как-то нужно будет. Куча. Куча ставит шредера. Собственно, шредером и амбилкой убирает. Вау. Да, Харрисон. Ну, как правило, роги редко оставляют яд на руке, они сразу через Блэдфури прокручивают. С может... ядом, да, но можно сломать пушку без масла, без яда, просто в какой-то такой ключевой там ход. Даже не яд, а масло. Яд бывает оставляет, а масло, как правило, сразу. Нет, масло, крутит. Да, масло крутит. Естественно, это слишком большая опасность. Я думаю, что куча понимает, что там Харрисон может быть. Угу. Два бойца Дарнаса, вот это... Вот это топ-деки. Ой-ой-ой-ой! Неплохо сыграно. Кстати, я часто вижу, уже третий раз на этом турнире вижу Милхауса, он такой... Неплохой, да? Неожиданный, да. Роман даже дал себе позволить сказать велплейт противнику. Ну, он сдерживал себя до этого момента, тут уже понял, что можно. Так, и отдает фан. И смена пушки. Ну что, второе дерево на добор. Свайп и есть. Же Харрисон. Свайп, думаешь, он нас? Я думаю, он свайп и Дарнас. Свайп и Дарнас. Не хочет он вставлять ничего на столе. Все, что ты видишь на столе, это будущее масло. Тут у Роги, во-первых, не так много миньонов. Вот, во-вторых, да, конечно, опасно оставлять существа. Два свайпа тем временем ушло. Так. Что у нас есть? У нас есть вот ха-ха, как его говорит Роман, да, пират. У нас есть масло, Блэйд Фьюри так и не завезли, эвики, которые неохота отдавать на такое слабенькое существо. Ну, ты знаешь, мне кажется, он может даже эвик отдать, потому что, ну, все-таки разгон, ну, хотя уже сейчас девятая мана будет, не знаю. Все-таки неприятное существо, боец Дарнаса. Так, вешает масло и вот так вот решает все-таки разобрать. Идет Харрисон и добиваем с руки, собственно, Талноса. Вот, он масло оставляет. Неплохо, неплохо заходит, а, у нас. Харрисон нормально играет. О, в расе. Есть еще в раз, да, чтобы лицом не торговать. Нормально. На следующий ход, кстати, летал, если он ничего не делает с Харрисоном. У нас вот и пни, и этот рев. Ну, Шреддер, эвик. Да, в аккурат 21. Убирает Харрисона, естественно. Тала уже нет. Хм.
Что, может, друида в рывок и... Я думаю, друиды и кипера сразу все кипера в лицо. Лицо. На 6, на 15 хп оставляешь. И ну, дешевлен дикий рев, то есть у тебя летал. Да, 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 да. Хила нету. И сейчас не найдет хила, он и не находит 1-0. Ой, Роман. Роман. Хорош. Хорош. Очень здорово зашел здесь Харрисом прям. Ну и старт, конечно, у друида был неплохой. У кучи была странная рука изначально. Два сапа всю игру пролежали. Так они нашли применение. Опять же, масло, обе копии со старта в руке. Саботаж. Ну, ну это ничего не спасает, там комбинь, все. Ну что-то все правильно делает у кого-то. Таурисан. Товарищи. Сейчас будут кричать в чате летал, и мы будем кричать вместе с вами. Летал. Ох, да, друид. Друидом больше Романов сыграть не будет. Мне остается вар и лог. Вар патрончик. Через тоже с Карасаром. И лог у него хэнд. Тут. Что думаешь, выберет Роман на следующую игру? Я думаю, он вара возьмет. Вара? Патроны, мне кажется. Вара лучше матчап с хантом. Ну да. Если ты обыграешь, например, варом трогу, то с хантом потом тебе придется сражаться и друидом, и локом, что не очень круто. Локом особенно. Вот. Может быть, он пока оставит патрона и попробует... Ой, да, патроны попробует локом забрать рогу. Ну просто куча может сейчас на ханта сесть. То есть вот такой майнгеймс легкий. Ну типа хант хорошо играет с локом и плохо играет с патроном. Ну вот, кстати, попал. Куча поменял дечку, и он варом попал, да, на ханта. И, ну гном тут выигрывает этот майнгеймс. Ну ты подожди, то есть да, майнгеймс... Не, ну это понятно, это... Выиграть майнгеймс — это не выиграть игру. Прям спрашивает мама, ты годишься с... Тут понятно, что все тоже зависит от захода. Вот, но патроном легче ханта обыграть. А здесь скриптовый топор с монеты. Не, надо, знаешь, как написать, не легенда, сынок, типа, сынок, для меня, несмотря ни на что, ты все равно, ты всегда будешь в легенде. Да-да, ты все равно будешь в легенде, несмотря ни на что. О, можно и корсара, и убить жонглера, кстати, хорош. Ну, знаменитая потасовка против ханта тоже, не знаю. Ну, против ханта она может не зайти, тут, в принципе, точечно неплохо вырубаешь у него все. Не, так я про то и говорю, что потасовка тут бесполезная, не знаю. Накалит только на пушку, чтобы сразу скинуть, да? Есть, есть смысл. Как ты думаешь, сова пойдет? Ну что еще, что еще салить можно, да, ханту? Да, сова, пауки. Потому что даже если он поставит уже патронов, ты тут за ханта почти никак не камбэк не... Нет, не будет камбэкна. А здесь можно сразу засалить и... Не, естественно, добор карт тут нужно пресекать. Ну и как бы... Нет, смотри, не разыгрывает. Пауки бил, прожимает. Или даже пауки и поменяет на глевизуху. Нет, обилку. Зажал сову, не знаю. Можно было тут отдать ее, на мой взгляд. Мы идем, наверное, с пушки. Нет, гуля. А, нет, я бы с пушки, кстати, пошел. По пауку сразу разбиваем. На следующий ход мы прокручиваемся по всем. Не знаю, что он за гулю потянулся. Гулю можно было и оставить на что-то более. О, как сейчас куча львы заходит! Я за ним наблюдаю уже который день. Ему так просто львы эти приходят, прям. То сразу на шестой, то пс, не хочет на следующий ход меня. Я не видел такого. Ну, сильно, сильно, здорово. Я помню, играет интересно. Я помню, как Гера, кстати, играл с Павлом. Гера вообще ни одного льва не пришел против Павла. Пошел играть с Сильвером. Да. С
все львы просто. Тут сразу два льва. Куча просто. Не зря он берет Хантер, он что-то знает. Он знает, что ему львы приходят. Так, что же походить? Хаймейн или Хаймейн? Ну, как бы и продавил. Плюс есть скилл-команд в руке. Проблемы у Романа. Да, нету казни, не получается распинать льва. Может быть, Гуля и Акалит? Гуля, Акалит, Рамарап. Угу. Да, в принципе, можно быть. Ну, я тоже другого варианта особо не вижу, как можно да, сделать. Да, рука ватненькая, нечего играть вот особо. И плюс ты уже можешь умереть каждый ход, по сути. Да. Нет, смотри, он поставил, выбрал вместо... Так Гуля и Акалит же. А что ты, я говорил, я, по-моему, так и сказал? Что-то... Я думал, лут-хордер армора. Не, зачем? Он убивает с этого... Гуля его сразу убивает. Вот Акалит норм. Под равночка. Все, 1-1. Бах-бах. А вот прожал бы армора? Между прочим, патроном-то и ханту. Ну, лев, ребят, тут я молчу. Кайзи нету, лев пришел, покедовал патрон. Ничего не сделал. Да, ну плохая сдача для Варана. Так, все равно изначально этот матч лучше, нежели. Роме надо будет обыграть Рогу и Друида, да? Да, Рога, Друид, на Патрона и... Да. Почему ты мне сказал, что... Сейчас опять начнутся. А Роман, там Романа в скайп позвал, он видел все. Да. Вот Роман, между прочим, своим таким вот сообщением саркастичным, он призовет новых бадхёртеров, да. Масло в огонь. Рома все смотрит, вы ему набрали, он сидит. Такое чувство, что никто скайпом не пользовался вот в конференциях. Да. Ребят, если думаете, что Рома сейчас слушает на скайпе, Рома не смотрит. Так и есть. Откроем карты. То Рома по-любому вырвался в скайпе и сказал бы после этих слов: Ром, ты плохо играешь арену. Рома отвратительно играет на арене. Я плохо играю. Да, сразу. Терпит такой. Еще больше грязных вещей в скайпе для Романа. Проверочка. Так, выбирают что-то, они прям призадумались там. Какую же дечку взять? И вот пошла игра. Против друида на патроне. Роман будет отыгрывать 1-1. Счет у нас... Ну, там... Буйный рост... Есть. Пушка оставляет на шредеров. Есть еще темпо берс. Ждет кучу. Роман, кстати, единственный, кто мне пишет из игроков. Какие-то... То продаю гараж или еще что-то. Могли бы писать, но нет. Недавно был скандал там в Доте, что комментатор там что-то начал писать в чате игры, и там игроки на него сагрились, и он сагрился, и там шутки опять про мамок пошли. И, в общем, дошло до скандала, да. Уж эти дотеры. Вот, а... Это в русском комьюнити? Да, русская комьюнити. Ну, там команды такие, не помню, не особо, конечно, известны, но было такое... Ставил друида на мулигане кучу с буйным ростом, второй друид зашел еще. Ну, неплохо.
Монета, Ну, конечно. нельзя монету, наверное, юзать, если ты не хочешь делать Не, темп естественно, ПГХ. не. Монета без третьего хода бессмысленно. Не, ну, кстати, темп ПГХ против грим-патрона может быть. Но там же будет скриптовый топор, это само собой разумеющееся. Да и только если тень есть, имеет смысл. Роман предпочел сделать арморап. Велплейт нажмет, интересно, сейчас? Не, они что-то не бэмят. Там, ребят, Павел будет еще играть один раз, вы еще насытитесь бэмом. Так, темп от Берс пошел. Ну, кстати, раз он планировал разыграть темп от Берса, можно было и Фереварак взять в руку, мне кажется, на прошлый ход, но не бить. Ну, да. Хотя, если сейчас зайдет укус. Не, можно у тебя продолжение через гномиш, то есть, если, например, даже того друида пускай, чардж добивать-то надо. Или четвертый ход, шреддер. Ну, с монеты разыграет в чардж или... Или в таунт. Вот главный вопрос, то, что будет разыгрывать друида когти, это само собой. Мне кажется, в таунт пойдет. Ловит его хочет... А, нет, смотри, чардж. Я думал, на экзекьют хочет поймать. Ну так, он с пушки улетает, и вот у Романа получится... Многие, кстати, патроны на второй ход все-таки берут пушку в руки, не, а не делают. Не, брать пушку нормальная, да. тема. Ну, ему лотхордер пришел на второй ход. Ну, нормально, кстати, да. Пушка плюс лотхордер пойдет. Лучше нужно крутить кого-то, как-то стараться. О! Mighty Fire Roll Wheat. Он заходит. Друид опять идет друид идет теперь в таун, да. Ну, его только через инорейдж как-то убивать и ставить гномиша. Может сначала разбить 2-1, 4-6, посмотреть, что придет, может пушка будет. Думаю, Берс нет, но Берса не второго Берса отдавать. Я бы не отдавал. Опасно. И остаешься ты в руке с одним Турисаном, который делает абсолютно ничего. Ой, слэм, вот. Слэм хорош. Можно с слэмом, неплохо. Единственное, ты, ну, тогда не разыгрываешь ничего. Если ты поставишь гномиху, ты сможешь... Ну, у тебя существо на столе будет. Через слэм ты... Без стола остаешься. Еще и таскмастер. Забавно. Должна быть армора. В принципе, куча набрал есть. Немножко карт под Таурисана. Да. Вообще тут нормально. У него... Ой, дракон, кстати, не дракон еще зашел. На следующий ход есть доктор Бум. Не знаю, я бы дракона поставил, он выбирает. Не, я бы Бума сделал, наверное, чтобы как-то, может, от пушки защититься, протаранить дальше лицо, потом Бум. О, сейчас отлично меняется, кстати, он. Он, кстати, наверное, лодхи бы и сыграл, чтобы еще раз меняться с Таурисаном. Да, может быть, кстати, вот на шестой ход вполне. Ну да, скорее всего, из-за этого. Хороший размен, Бум. Так, казни нет, у нас на казни. Акалит. Выбрал бум. Добор карт, ищем казнь. Раз. На один. Ох, убивает. Нету казни на 7-6, не приходит. Можно поймать еще гномкой. Нет, не ловит гномкой, и это большие проблемы. Там. Значит, абсолютно ничего не сделаешь. Он еще выставляет Таскмастер на стол, чтобы если что поменяться. Ну да, насадит стол, он там есть гнев. Как-то. А, все, летал. Иннервейт. 2-1. С иннервейтом. Комбам. Да. Это 23 урона, друзья. Два один в пользу кучи. Что-то не идет на патроне. Да. Мне тут, ребят, немножко отвлекли, извиняюсь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Рома, Рома, Роман. Мальдивы все моей жизни. Шутка из чата, типа. Вместо патронов потасовки положил Роман. Грим-патрон вара. Ну, тоже норм. Неожиданный был бы поворот. Так, давайте, ребят, готовьтесь. Роман разминается, зовет секунданта на помощь.
Так, нам нужно собраться, собственно, две игры нужно тащить. Да, ему еще надо две игры затащить. Куча перерыв, что ли, попросил? Я думаю, у Романа был. Я не могу писать Роману, по-моему. Так, патрон, ребят. Дальше Роман топит на патроне. Будет пытаться обыграть и Рогу. Кстати, неплохие вот сразу есть попушки. Лутхолдер не, очень даже неплохо. Рога, скорее всего, ставит только бэкстоп, остальное все скинет. Подожди, он лутхолдер. Все-таки играет Урисаном. Я же не играл. А против... Хоеш. Я перепутал, он против Хоеша играл. Да, Павел играл Хоеш. С Мефистошкой. Да, 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 Хоеш, точно. А против Гера играл Сильвер. По идее, если я не ошибаюсь. Да? Ну, Гера выбил Сильвера, и вот Гера поехал, ну, поедет в Прагу. Если я правильно помню. Да я могу проверить. И против вопрос. Гера как раз Сильвер бэмил там. Да, Павел... Павел с Хойжем, а Сильвер играл с Герой. Да, все правильно, я немножко перепутал. Так, вернемся к игре. Здесь кстати, играет все-таки Таурисан. Арморы. Ну, вот кто-то берет, кто-то нет. То есть, он не обязательно... Таурисан, у него саботаж. Не обязательно, но можно поэкспериментировать. А я не буду. Я не буду спойлерить. Нет. Здесь форсир на секиру. Ой, хорош. Берет так, спринт. Спринт. Еще один спринт приходит. Сейчас будет давить. Ох, и драку. Два дракона. Агенты Шреддера. Таурисан сейчас просто будет давить. И Роман... По-моему, все существа зашли. Да, а Роману играет, трудно. Походу, без училок, насколько я понимаю. Не видел я у него училок. А, да, кстати, у него нет училок. Они не обязательно нужны, на самом деле. Училка... Абвер топ-4 Европы взял на роге без училок. Потому что не бывает, что мешает, когда ты делаешь масло. Он раз память тебе эту мелкую, ну, на него масло кидает. Да. И, вот, нежелательно. Оно даже летал мешает. Ты поставил училку... Хочешь залетарить? Училка бам, и поспавила мелкого, туда кинулся и масло. Масло еще надо заряжать, поэтому еще один будет мелкий. То есть там два мелких, и шанс уменьшается, что масло повесится куда надо. Степ ШРУ и пушку поднимет. Если сейчас куча еще находит Blade Fury, это будет вообще просто ГГ. Что в раунд здесь единственный шанс, что он там, ну, какими-то патронами там заспамить, он будет напрягать. А, у него есть преп-спринт. Можно забыть, там Blade Fury точно придет. Ну, у него рука сейчас, но он декнет себя, то есть можно что-то вперед разыгрывать, Таурисана. Сразу идет Таурисан. Урисан, кстати, хороший на, получается, на 6 карт. Масла нету, но все равно ты створ тупо задаешь существами, я думаю. По-моему, все существа зашли, которые могут быть. Только Талнос не зашел. И второй ШРУ. Да, здоровская сдача для Роги. Здесь добирает карты. Роман есть казнь. Отдает казнь здесь.
Еще нужно, наверное, вкус поднимать. Да, и в лицо идти, надо будет на следующий ход ставить патронов. Сейчас нужно ролить in rage. Идеально. Ну, у него есть ВВ, он и так сможет, в принципе, заспамить. Пришел лодхип. Ну, блин, против роги это все интересно, но если там заходит реально флури, то... Ну, он сейчас просто поставит дракона и, наверное, шреддера. Все. И по-любому найдет уже флури. Там осталось 16 карт, должна уже прийти. Масло есть. Смотри, с яда убивая сразу Акалита. Чтобы быть ну, этот... Правильно, наш меньше карт дать. Battle Rage не юзал на добор. Там Battle Rage с вихрем, опять же. Угу. Так, ну... Наверное, пойдут казни. То есть пойдут и патроны, и казни, будем крутиться. Куча останется вариант это с препа, спринта поднимать Blade Fury и все это закрутить. И Роман будет в очень уязвимом положении, и приближается все к отметке 3-1. Ну, патроны надо однозначно крутить, надо здесь. Неплохой, ребят, да, тут... Урога тупо задавила существами. Патрону вот это вот печально, что он приходится все ресурсы, которые тебе нужны на комбу налетал, тебе приходится тратить сейчас, и Вирлвинд, вот это пушки, и это выглядит очень ужасно. Придет еще казнь. Меняется, там еще это есть. И дракон приходит с фейсшифтом. Преп, спринт, ищем Blade Fury. Я не верю, что ему сейчас не придет. Он не придет. Не, ну шанс в теории есть. Подожди, у него тут сколько получается? Если преп, масло. А у него тут... Это 12 урона? Это 12 урона, это 6. Это 18, ему не хватит. Подожди. Нет, преп-спринт. Преп-спринт, да. Он посчитал, не хватает, налетал. Ну, 18-4. Сейчас, прикинь, не зайдет сейчас, короче. Да должен, но не может быть. Фан. Ну, не, ну Шредер, как? Эвик. Ну, не... И... Он не пришел, ребят, Blade Fury. Сколько карт осталось, блин? Значит, он будет... Значит, что он будет? Убивать точечно? То есть, бам-бам. Сюда еще... Сюда даже не кинуть. Можно Эйви кинуть и фану так вот. То есть вот этого сюда. Можно Эвик сюда и фан. Вот, да. Так он и делает. Да, зачистил стол. Вообще, конечно, подстава. То есть Роги тоже тут пришлось ресурсов потратить. А, просто жесть, в 9 картах последние 2 Blade Fury. Ну и все равно у Рога впереди тут. То есть у него реально рука очень жесткая. Я думаю, сейчас будет 4, это Таскмастер и добор. Где карты надо ему искать. Еще нет, еще одна гномиш. Да. Ну теперь я думаю, лодхиба-то разыграет вместе с этим. Может даже с драконом. Как ты думаешь? Ну да, дракон лодхиб хорошо выглядит. Шреддер. Шреддера. Ну, либо шреддера, то есть дракона он бережет под. На самом деле я бы дракона прокрутил, потому что я хочу Blade Fury найти быстрее. Его пока вообще не видно. Не, ну 8 карт осталось. Ну вот видишь, и не пришел же он, все. Не получилось, спринт не помог ему. Так, а здесь нету командира, это очень ужасно, опять же. Угу. И теперь из-за лотхиба не может Роман разыграть Battle Rage. What now? Да и вообще ничего не может сделать. Ничего не может. Таскмастер пойдет, и что это? Разбиваем 4-3. Ай! Не хватает. Да, нет. Неудачно получилось. И кидать in rage так неохота. Ну блин, in rage за 5 на слабо выглядит. Но на самом деле, наверное, надо. Наверное, да почему не обязательно, если даже он разменяет, у тебя есть ВВ на следующий ход, который его потом убьет. Я думаю, смысла нет. Он, ну, скорее всего, сейчас лутхолдера поставит. Может даже таунт поставит. Все-таки на рейдж. Боится его. Лутхолдера. Карта набирать. Во. Дошла крутилка. Так, ну и тут уже... Там не хватает, нету. Считать. Был бы преп, был бы летал, кстати.
То есть у тебя пушка, получается, преп, масло, потом масло и крутилка. Ну, не выходит. А гном не разыгрывал этого Харрисона, не было? Почему был? Он в самом начале кинул пустую пушку, надо добрать карты. Ну все, он пошел тут. Эвик на 2. Масло. Все пошел в лицо. И крутится Блэйдфури. Роман, остается 4 хп. 4 хп и без стола. 3-1. Подожди. Нет, не 3-1. Ну там, конечно, есть еще этот. Можно покрутить арморку. Покрутить арморку. Сделать еще батл рейдж, найти казнь. И тогда вот это и вне элиты рейнджа, потому что... Две казни ушло. Здесь... А, две казни же ушло. Тогда все. Если я казнь не посчитал. Потому что здесь пушка, масло 4, плюс агент 6. Ну, придется с берса убивать. Угу. Точно, казни же не ушли. У Романа еще 9 карт, у кучи остается 7. Ну, поднимает себе, конечно, хп. Амара. Не хватает маны. 8 хп. 2, 6. Подожди, пушка. Этот. Долетал. Масло. Ну, 6, 8. 8 плюс этот. Да. Все, ретал. Пушка, пиратик. 3-1, ребят. Шрум. Да, куча, смотри, камбэк. Ну как камбэк? С 1, с 0-1 3 партии подряд взял. Бах, бах. Что за пас? Вот так. Да, не пошло у Романа на патроне сегодня. Увы. Так, мы ждем, кто следующий. Пока вам опять пущу ролик. Сейчас. Мы возвращаемся. Мы здесь. Следующий будет играть Павел Куча. Сейчас спрошу, когда мы начинаем. Сейчас Куча опять начнет. Да, мне надо перекусить. Мне это. Мы сидим, даже не уходим никуда. Да, мы готовы. Мы... Молодцы. Не, мне просто... Мне просто этот...